Приветствую всех на своем канале. С вами Елена Смирнова. Кто не подписался на канал, подписываемся. А я продолжаю делиться с вами информацией. Вчера я зашла в такой вот бонусник vistalalf.com. Значит, где нам тут начисляют бонусы один раз в час, ну, каждый час. И я сюда закинула 100 рублей, чтобы увеличить скорость. Значит, у меня уже накапала денежка. Как видим, я не сильно уж каждый час я не захожу. Потому что, ну, три раза по 10 копеек мне капнуло. И, если честно, я про него забываю заходить. Значит, что здесь нам по поводу бонусов хочу сказать. Смотрите, вот здесь чат есть. Открываете и читаете информацию. Раздел «Бонус». От множественных регистраций и раздачи бонусов у вас должна быть активна скорость. Начисление в разделе «Скорость». Просим прощения за это изменение. Мы вынуждены сохранить стабильность сайта. Вот, скорость здесь от 1 рубля. Как я точно не знаю, но я так предполагаю, раз здесь минимальная сумма 1 рубль, значит, от 1 рубля. Я что? Хочу проверить на вывод. У меня на балансе денежка накопилась. Значит, нажимаем «Выплатить». Вывод денег, как у них тут написано, не чаще раз в час, как бы так. Так, ну что, выплатить баланс. Ага, а у меня уже выплатен, баланс обнулился. Это автоматически. Ну что же, тогда. Ну-ка, бонус. Скорость, ага. Вот денежка пришла, да. А вот так мы нажимаем, и никуда сумму вводить не надо, и все обнуляется, все. Смотрите, как. Ясно. Давайте перейдем на почту. Да, 7.39. Смотрите, комментарий. Выплата Vistal. Ну что, проект платит инстант. Ну и замечательно. Пусть капает. Как они тут писали, моя сумма окупится через 11-12 дней. Ну, на этом я буду все. Как бы всем удачи, больших заработков. Проект платит, все замечательно. Я пока довольна и буду продолжать его мониторить. До новых встреч!